Дорогие братья и сестры, поздравляю вас с началом Великого и Спасительного Поста. Господь установил пост для нас с вами, чтобы мы в это время постились, чтобы достойно подготовились к принятию в себя тела и крови Христовой, для того, чтобы мы покаялись в своих согрешениях за время поста и стали ближе к Богу. Я желаю вам, дорогие братья и сестры, чтобы этот пост прошел для каждого, был исполнен благодатными дарами, чтобы вы действительно смогли не только физически попаститься, но и попаститься с пользой для своей души, творить добрые дела, приходить в храм для того, чтобы совершать молитву, для того, чтобы каяться в своих согрешениях. Да поможет вам в этом Господь. Поздравляю всех вас с наступлением Великого и Спасительного Поста.